У меня вот такой вообще вопрос возник. Вот сейчас сидим и думаем, что лучше, когда ребенок сидит в телефоне целыми днями. И вот так вот во дворе собрались все с мужиками. Тут вот и мячик чеканим. И у меня сынулька там с пацаном, с кентом тут. Такие фигарят тут что-то. Сынок, что делаете? Вот. Подождите, подождите, здесь, подождите секунду, надо представить. Итак, дух ушедшего, самого быстрого человека в мире, и он не просто так носит его фотографию у себя на пузе. Духовный потомок Брюса Ли. Духовный потомок Брюса Ли. Чэнь Джун Чэнь. Так, вот. Несерьезно. Привет. Алексей. Саня. Ой, подождите. Шурбе. Вот между прочим. Да. Держи. Леха. Я из Красноярска. Олег Люхин сказал, Шурпе приезжай. Вот такой у нас дети. Вон. Там Шурпу приготовили просто. Так. Да. Подожди. Не, Леха. Надо белый, вот так. Белый футболок. Здесь, так, белый. Пацаны, что мы за что пьем? Мы пьем за здоровье и за шаурпу. Вообще за здоровье просто. Да. Лёх, ты будешь пить, нет? Олег! Вообще молодец. Братан, ну что ты вот с нами вот не ничего? Такого просто еще не видел. Вы что с ними еще ничего не видели?